Всем привет! И мне поступил очень интересный вопрос о том, как деформировать текст так, как вам нужно, да? Давайте мы напишем какой-нибудь текст. Fashion Vector Design, да? Ну, к примеру. На самом деле не имеет значения совершенно, что там будет написано. Потому что я покажу принцип, а там уж какой у вас текст, это вы сами будете выбирать. Fashion Vector дизайн. Вот у нас написан текст, мы его можем увеличить, мы с ним работаем, мы выбираем, какого он будет, соответственно, какой будет шрифт, какой будет размер, какое будет написание, все это с вами делаем, фиксируем. После этого через правую кнопку мышки мы преобразуем текст в кривые. И теперь есть такая хитрость, мы можем с вами... Ну, во-первых, мы могли изначально текст располагать по какой-то кривой, да, если бы мы хотели, то есть мы могли нарисовать какую-то кривую, после этого эту кривую принять как основу для текста, текст по контуру, да, щелкнуть сюда, и здесь начать набирать какой-то текст. Я сейчас набираю просто, там, можно Lorem Ipsum задать. Вот, и он у нас будет следовать той кривуле, которая есть. Но иногда бывает так, что нужно не просто задать текст по контуру, да, чтобы он как-то вот у нас бежал по какому-то контуру, который мы задали, а сделать видоизменение самого текста. Вот для того, чтобы сделать это видоизменение, мне сказали, что типа, по краям он должен быть более широким, а к центру он должен сужаться. Ну, давайте мы, к примеру, создадим какую-нибудь такую историю, можно перышком. Вот. И сейчас я создам здесь дополнительные точки. От этих точек, соответственно, мы сейчас их опустим. Одну, вторую. И сделаем какую-нибудь кривулю. Возможно, вам что-то нужно более симметричное. Но я думаю, что вы сами сообразите, как нарисовать абсолютно симметричную деталь. Вот какую-нибудь такую историю. Так, давай. Вот. И мне нужно, чтобы текст вот у меня... был вот сюда, совмещался. Как это сделать? Смотрите, текст в векторе, я его перевела в вектор, и, соответственно, деталь. Что я делаю? Давайте я покажу, чтобы было лучше видно. Вот у меня текст, который сделан вектором, я его помещаю. Деталь находится сверху, вот здесь в слоях это можно увидеть. Где у меня слои, слои, слои? Вот они, слои. Вот, смотрите, по слоям. У меня контур, который активный, он находится сверху. Вот он, выше. А это группа, которая текстом, на ниже. Это обязательно. Выбираете все вместе. И вот здесь у вас есть искажение с помощью оболочки. По форме верхнего объекта. Чпок. И он у нас ушел. Единственное, вот здесь по краям, конечно, он не очень хорошо расходится, но такой вариант тоже может быть. Можно посмотреть другие варианты искажений, какие вам нужны. Там тоже можно раздвигать и сужать текст. Ну, например, мы сейчас что-нибудь наберем. Вот мы набрали, перевели в кривые. Преобразовать в кривые – это обязательное условие. Мы не с текстом работаем, мы работаем с объектами. Выбираем объект. И опять же у нас с вами есть искажение с помощью оболочки. Вот мы можем выбрать, например, деформацию. Тогда у нас здесь вариации есть дуга, арка, панцирь вниз, панцирь вверх, флаг, волна, рыба и так далее. В зависимости от того, как бы вы хотели это, соответственно, исказить. Вот здесь это все настраивается по вертикали, по горизонтали. Можете таким образом сделать. Если вам это не нравится, можно вы сделать деформирование по объекту, как я показала. И вот здесь тоже есть дополнительное искажение с помощью оболочки. Можно сделать по сетке. Вот у вас появляется сетка, вы ее размечаете, и здесь начинаете за точки, соответственно, тянуть. Таким образом у вас то, что внутри, начинает как-то поддаваться вашей деформации для того, чтобы сделать. Еще раз, это будет зависеть от той задачи, которая у вас стоит, и как вам это нужно сделать. Я просто показала те приемы, которые вам могут помочь с деформацией того или иного объекта. Это может быть текст, это могут быть какие-то объекты и так далее, но делается это вот таким образом. Еще раз, это находится вот здесь, объект
искажение с помощью оболочки. Это может быть деформация, это может быть по сетке или по форме верхнего объекта. Это одни из самых удобных способов, которые используются для вот такой деформации. Выбирайте именно тот метод, который подходит под выполнение вашей задачи. Если остались еще вопросы, пишите мне в комментариях, обязательно отвечу. Ну и не забывайте подписаться, чтобы увидеть всякие новые интересные фишки, которые можно использовать в программах Adobe.